короче, иду я. Той дорогой я не пошла, потому что там какая-то огромная лужа. Я, короче, не стала возвращаться. Пошла тут. Заказ я свой не забрала. Заказала я своему, то есть за свой день рождения, 3 пачки разной акварели. Вот, и в одной пачке, короче, не хватает одной штучки акварельки. Ну, мне сказали, можно скидку сделать. Я думаю, что буду потом искать? Ездить, искать, это опять ехать в магазин, то есть покупать эту акварель, эту одну штуку ради одной штуки. Я говорю, нет, давайте заново перезаказывайте. Раз уж так. Вообще, я вчера мне позвонила. Ну как это так? Короче, вот так вот. Так обидно, я пришла, блин. Она вскрытая. Распотрошенная. Как будто ее вскрыли, забрали. Или она там ехала как-то сама. Как будто бы открылась. Вот тут магнит находится. Работает, интересно. Короче, так, иду расстроенная. Еще идти не хотела. Думаю, может, тебе не нужна эта акварель. Короче, так вот расстроилась я. Заказала 3 разные акварели. Короче, Сонет, Ладога и Белые ночи. Да, и Белые ночи. Белые ночи, она, короче, с контейнерами, коробочки. Ну, потому что еще одна коробочка нужна. И лучше пускай эта коробочка будет вместе с акварелью. Ладога попробовать и Сонет попробовать. Короче, идем мы с вами на фонтан. Фонтан смотреть. И заодно я посижу. Там, хотя мороженку не купила, честно говоря. А, и придут они только через пару дней. Придется, короче, мне еще раз сюда идти, но уже на коляске, наверное, с ребенком. Не знаю, или мужа отправить. Но он не, может не проверить. Видите, какая фигня получилась. Это был, кстати, магазин онлайн-трейд. У них постоянно такая фигня. Что-нибудь, да, сломанное или еще чего-нибудь. Это видно, как потеет, еле не может прямо. Мы с вами пришли. Смотрите, как классно. Какая красота, как живописно. Короче, до набережной, до Волги здесь вообще прям чуть-чуть. Кто приедет, если в Самару, обязательно посетите. Это находится в районе Осипенко, Ладья, там внизу вот Ладья, улица Осипенко. Вообще прям классно. И дома, смотрите, какие. Какие у них рисуночки. Ну, тут как всегда. Мотоциклисты, хотел сказать. Ну, сколько детей. Вам дома поближе покажу. Пойду чуть-чуть. А, ну вот она, улица Осипенко. Там метро Алабинская.
немножко сидела, отдохнула я и пошла дальше. Вот это где-то... А, вот памятник есть. Красивый. Красивый памятник. Пришли на лавочку вон дедушке с пивом. Пришлось подвинуться. А потом уйти. Такие следы маленькие. А потом уйти, они начали курить. Так прикольно разговаривают. Один друг другу другого поправляет. Он что-то рассказывает, вот там та-та-та, что-то морду. Он такой, не морду, а лицо. Говорит, ну, он высунул морду-лицо. Я же чуть не рассмеялась. Морду-лицо. Высунул там что-то это. Вообще, обхохочешься, блин. Ну, как вроде интеллигентно старается, то, что рядом девушка сидит. Морда-лицо. Так, доходим мы с вами до нашего фонтанчика. Здесь, смотрю, шишечки лежат красивые. До фонтана доходим. Сейчас я, наверное, хочу покушать мороженку. Но мне надо ее сначала купить. А по пути там был магнит, но я что-то не поняла, как будто он был закрытый. Или не открытый. И, соответственно, я не зашла. Морда лицо. Какой-то у нас фонтан. Дети. Снимала я для вас фон. Там, кстати, вот областная библиотека большая. Снимала для вас фон. А, тут тоже ступеньки. Здесь с этой стороны тоже красиво, смотрите. Дети прям в фонтане прыгают, скачут. Блин, мне так искупаться захотелось. Не могу. Хочу купаться теперь. Жалко, что я не ребенок. Я бы искупалась. Там тоже водичка. Здесь красиво. Ну, вода мутная, конечно, грязная, мутная. Так молодежь отдыхает, все прыгают, скачут в этом фонтане. Придется чуть-чуть попозже прийти еще раз, чтобы мне фон заснять каким-то там непонятным образом. Сейчас пойду я в магазин. По-моему, вон там магазин должен быть. Или там, или там. Смотрите, как он классно смотрится. Какая красота. Камеру так на штатив поставить и заснять на целых час, два, три. Как вечереет, как закат. Здесь, кстати, закат очень красивый.